Ирина Вишневская приехала в Саров 4 года назад. Девушка работает учителем начальных классов в 5-й школе. За это время город стал для нее родным. Сделать Саров более привлекательным для молодежи и узнать что-то новое – это те две ключевые причины, по которым Ирина решила подать документы на конкурс в молодежную палату. Одни из самых ярких воспоминаний о работе в палате – участие в кустовых форумах, признается девушка. Это масштабная площадка для общения, обмена опытом и знакомств с молодежью из других городов региона. Я себя захотела попробовать в чем-то новом и интересном, как мне казалось на тот момент, и я не ошиблась. Эта сфера действительно очень интересная. Мы пришли 15 молодых ребят из разных структур деятельности. Каждый из нас знал уже что-то, мы чем-то обменивались между собой. Также очень активно принимали участие в различных мероприятиях, это нормотворческие проекты, волонтерская деятельность. Сейчас в Сарове формируют молодежную палату второго созыва при городской думе. Палата состоит из 15 человек, которых отбирают на 2 года на добровольной основе по результатам конкурса. Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Сарове по месту жительства или по месту пребывания. Конкурс проходит в 2 этапа. Первый заочный. В городскую думу необходимо предоставить документы о себе. Вам поможет анкета кандидата. Я имею в виду те разделы, в которых вы описываете профессиональные, личные достижения и опыт общественной деятельности. Во-вторых, комиссия, как правило, всегда имеет интерес к дополнительным материалам, которые вы предоставляете по своему усмотрению. Это могут быть абсолютно разноплановые материалы, но которые подсвечивают какую-то часть вашей жизни, не зависящую от работы или от учебы. Кандидатов в палату могут выдвигать общественные объединения, молодежные организации, учебные заведения, профсоюзные организации и городские предприятия, на которых работают не меньше 20 сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет. Также с этого года на место в молодежной палате могут претендовать самовыдвиженцы. На первый этап нужно предоставить копию паспорта, заполненную анкету установленного образца, документы, подтверждающие выдвижение кандидата, 2 цветные фотографии размером 4×5 см. Согласие на обработку персональных данных. Формы документов доступны на сайте Думы. Если говорить о втором этапе, то это собеседование. Собеседование, которое слегка похоже на собеседование при устройстве на работу. Но не такое стрессовое. Вот совсем не такое стрессовое. Это, как правило, рассказ кандидата о себе и беседа с комиссией. Комиссия у нас состоит из 8 человек. Возглавляет ее председатель Думы Ульянов Антон Сергеевич, а ее членами являются несколько депутатов и несколько работников администрации из Департамента по делам молодежи и спорта. Документы на участие в конкурсе принимают до 29 сентября в канцелярии городской думы. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 77 73.